Вчера в Тулу ездила, пряников набрала. Я никогда не ела тульские пряники. И этот вот с малиновой начинкой начальнику подарю, чтобы задобрить. Яблочный, бухгалтерши с работы. А то что-то она меня недолюбливать начала. Наверное, вкуснятина. Еще такие большие. Черную смородину нашей Нинки. Она все давно хотела попробовать. А эти вот три с черносливом, премиум, племянникам подарю. И самый вкусный с персиком. Ты же любишь персики? Да, очень. Я прям обожаю их. Ну, этот я себе оставлю. Понравилось, да, в Туле тебе? Очень. Еще раз хочу съездить. И ты обязательно поедь. Пряники там сказка.